could stay in bed. The feeling of your skin locked in my head. В метро Неаполя нет людей вообще. Только мы. Только мы, только мы. Но здесь красиво. И бесконечные лестницы. Мы в метро Неаполя. Только что Джули рассказывала, что эта станция считается... Не станция, а метро Неаполя считается очень молодым, потому что начало работать с 93-го года. Так. Вот она какая. Мне показали молекулу. Джули говорит, что метро похоже на парк аттракционов. Ну, оно такое прям разноцветное, красивое. Гонячек. Мы нашли людей в метро Неаполя, вот они. И нам кажется, что... Пришли в Национальный археологический музей Неаполя. Вот он, такой красивый. Джули говорит, что мы сфоткались и можем идти обратно, в принципе. Но нет, мы пойдем внутрь. Я цепляю плебисит. Посмотреть на страдальческое выражение лица, вот так оно выглядит. Мы находимся в центре Неаполя, на Пьяцца дель Плебисито, где находится Королевский дворец, в который мы собираемся пойти. А до этого момента нас очень расстроило, что в Италии очень странно относятся к кофе и чаю на вынос. И мы зашли в кафе и попросили кофе, кофе без молока, потому что Джульетта не пьет молоко, посмотрите, что нам дали. Она боится собаки. Собака не у собака. Собака попала в кадр. Но собака чья-то, поэтому, я думаю, она нас не загрызет. В понедельник в Италии начался рабочий день. И наш выезд из Неаполя. Поэтому мы решили пойти и купить с собой каких-нибудь круассанов, чтобы поесть их. И оп! Вот они. Мы с Джульеттой идем, как нам кажется, в Ватикан. В общем, мы пришли в Ватикан, как нам кажется. Уже ночь. Нам очень смешно, но мы идем дальше. Мне кажется, я теряю подругу. Она уходит в монастырь. В Ватикан. Троллейбус. Мы не знаем, заплатили мы нет за проезд, вот такой прекрасный вид. У нас из окна сзади нас сидят замечательные корейцы, которые фотографируются, делают селфи, а мы не делаем. Потому что нас просто так трясет, что мы места для инвалидов сгодятся вполне. Вот. Мы пытаемся попасть домой, Джульетта, ее выражение печали. Вот, водитель не разговаривает ни на каком языке. Просто молча нас везет в неведомую даль. На самом деле мы едем мимо прекрасного моста, соединяющего Ватикан и материковую часть Италии. Корейцев тоже очень хочется показать вам, вот они. Это классно, да.
садись.